Вы когда-нибудь видели, как лыжники проезжают через деревья? Знаете ли вы, как они это делают? Если вы проезжаете через деревья на лыжах и говорите: «Не врежься в дерево, не врежься в дерево», угадайте, что вы наблюдаете. Вы смотрите только на деревья, в отличие от «иди по снегу, иди по тропинке». Единственное, что вы видите, это путь. Если вы сосредоточитесь на препятствиях, вы будете видеть только препятствия. Вы сами выбираете, как воспринимать свою жизнь. Это буквально ваша перспектива.